Igor. Hi. Igor? Hi. Congrats on the win. Is it weird for you to get such a big win, the biggest win of your career, and no one seems to be happy about it, like in the arena, of course, but you see online fellow fighters like not happy to see a legend like Shogun go away like that. Is it a bittersweet feeling for you, or no, you just ignore the fact that it's Shogun's last fight and just celebrate like a big win that it is for you? Во-первых, поздравляю с победой. Во-вторых, для тебя странно чуть-чуть, что вроде бы ты сейчас заработал самую большую победу в своей карьере в UFC, но никому эта победа как бы не сладкая, потому что вот на интернете уже люди пишут, что вот как жалко, что Шоган проиграл, такая легенда, его последний бой, его забили. То есть как бы никто не радуется твоей победе, а ты радуешься ей или как бы ты отбросил все то, что он легенда и что он проиграл, это неважно, потому что для тебя это большая победа, или тебе тоже его чуть жалко? Как я и говорил, что когда я начинал заниматься, что я сказал себе, ребят, своим одноклассникам, я когда-то буду драться с Шоганом. Но это было сказано в шутку. И как бы энергия так направила, что это и произошло действительно. Все как бы притягивается в жизни. Я не знаю, ли несет это кому-то радость или нет. Знаете, наверное, из легенд они дают путь молодым ребятам, таким как я, и я за это благодарен, за то, что он вышел со мной драться. Наверное, переводи, а потом я договорю. Right. As I said before in my interview, that when I was just 16, I said that I'm going to be fighting Shogun one day, but really that was just a joke. But the way it worked out, the way the energies work, is that you attract what you wish for. And so today I got to fight with Shogun. And yes, it was his last fight, and I'm not sure that anyone's going to be happy about him losing, but the fact is I'm thankful to Shogun for taking the fight, because it's legends like him that give us young guys a way. They show us the way. They usher us in as the new generation. The UFC usually books like retirement fights like a legend and an older fighter against someone that's coming up against someone they see as a future contender, as a future draw. Do you hope to be seen like that by the UFC now? Как ты сказал, обычно UFC делает так, что на последний бой легенды они обычно ставят человека, который помоложе, но который дает о себе знать, человек, который в итоге станет контендером на пояс и так далее. Как ты думаешь, тебя поставили UFC против Шогана именно потому, что они в тебе видят потенциал? Наверное, как и присутствие, короче, всех тех, кто здесь сидят, знают, что UFC самая лучшая лига в мире, и таким ребятам, как я, мы из Украины, добрый вечер, нам, наверное, тяжело попасть сюда, как бы шанс один на миллион, поэтому, ну, если бы меня здесь не было, то, наверное, я бы не считался одним там из лучших. Понятное дело, если я здесь, я тренируюсь, я верю в себя, в свои силы, конечно же, я здесь не просто так, чтобы провести бой, победа или поражение, неважно. Нет, я намерен идти за титулом. Зачем, иначе зачем мне вообще тренироваться? У каждого из нас, как спортсменов, есть свои поставленные цели. И цель – это титул. Как бы, и все хотят это реализовать. Я чувствую, что мне нужно еще возмужать. И мой вес на этом поединке, я особо не гонял. Мне, я там 94 весил, я дрался в 93. Нужно немножко как бы поднабрать силушки, и все будет четко. As everybody sitting here knows, UFC is the best promotion in the world. And so UFC books their fights a certain way. They know who to book. Of course, if I'm here, they probably see something in me. If you don't know, I'm from Ukraine. And for us from Ukraine, it's a one in a million chance to get into an organization like a UFC. So the fact that I'm here, that means that I do my work, I train, I make sure to improve, and that's why I'm able to come out against a legend like Shogun. And of course, you know, there's a lot of things that I still have to improve on, there's a lot of things that I have to work on, but for this fight, I almost did not drop any weight.
I fought at 90, I fight at 93, I walked around at 94, so I didn't drop too much weight at all. So it wasn't a bad weight drop for me, but I still have to do a lot more. I still have to get a lot stronger and continue to prove myself that I belong here in the UFC. Are you planning on bulking up and gaining weights, or maybe there's a cut to middleweight in the future for you? What's the last part? If you consider going back to going down to 185 in the future, okay. Since it doesn't cut much. Ты хочешь чуть-чуть набрать вес и набраться мышцу и остаться в этой весовой категории, или тебе будет легче спуститься на 185 паундов? Я поеду в UFC Performance к ребятам, и они определят, где мне лучше драться. Как бы и та, и та весовая устраивает, просто я маловат для нее. Мне нужно хотя бы весить 110. И чтобы у меня была приличная весогонка, и мой вес возвращался, и я был физически сильнее. Мне 26 лет, все знают, что тяжеловесы немножко созревают позже, в плане физическая сила приходит. Поэтому все только начинается, ребят. I'm going to go to the UFC PI in Las Vegas, and they're going to figure out what weight category is best for me. I have to, of course, be much heavier. I need to be at least 110 kgs in order to really do anything in this category. Everybody knows I'm just 26, and heavyweights or light heavyweights, they take much longer to develop their strength and their power. So both weight categories are good for me, but I'm just a little small for this one, so I need to get much stronger and a little bigger. Final one for me, after such a big win against a legend, what's next for you? Is that someone in mind you would like to fight next? После такой победы, после победы над легендой, что для тебя следующее? Может, у тебя есть какой-то оппонент, которого ты бы хотел вызвать? Будем идти, будем со всеми драться, как его будут предлагать. Там. Давайте, Джейк, Пол, кто, неважно. Готов драться со всеми. Здесь не выбирают соперника, здесь UFC назначает, с кем мне нужно драться. Так что я готов ко всему и ко всем. We'll keep climbing up, we'll keep fighting. Whoever UFC gives me, I don't know, you want to give me Jake Paul, I fight Jake Paul. But basically, this is not the kind of organization where you select a fighter. Basically, the next one is what UFC tells me, I'm going to be ready for whoever it is. What was the significance of the dance you did after you finished him? Тот танец, который ты станцевал после победы, в чем он заключался, в чем смысл был этого танца? Я сейчас его повторю прямо для вас. Так что снимайте уверенно, чтобы камера не дрожала. Я дуэлянт, и заключается в том, что после дуэли я победил, и это был пистолет. Но я не выстрелил. Я выстрелил в воздух и сказал респект. I'm about to show you this dance again, so make sure that you film it and that your camera is not shaking. But really, my nickname is a duelist. And that was a duel, and I took out my gun, but I did not fire. I fired into the air because I respect my opponent, so I told him respect. Класс. Very respectful. How important is it for you, for someone in your position, get success like this to be able to bring eyes on what's happening in your home country? Насколько важна для тебя эта победа, и сможет ли эта победа обратить внимание на то, что происходит сейчас в твоей стране? Я надеюсь, что моя победа даст моей что-то стране, потому что, как я и говорил, мы не какие-то не супергерои. Супергерои — это те люди, которые защищают мою страну. Наши любые украинцы, наши воины непереможні. И я не знаю, ли моя победа что-то даст. Как я и говорил, для меня она, конечно, весомая. Она, наверное, определяла следующий мой шаг, или я останусь вообще в UFC, потому что все знают о моем дебюте. Но никто не знает главного. А все придет немножко позже. Правда придет позже в предыдущем поединке. Так что надеюсь, что моя победа что-то дала моей Украине. Я надеюсь, она дала радость тем людям, которые за меня переживали, поддерживали и поддерживают.
I hope that it'll bring some attention to my country. I mean, I'm not sure. Basically, what I have to say is I fight to win. I'm not the hero. The heroes are the people that are fighting for my country. The heroes are the people that are fighting to make sure the independence, they're unbreakable, they will forever be undefeated. So I don't know if my victory will do anything to them, but what victory does is it does something to me. I basically was fighting for my job, because everybody remembers what my debut was like, but even though you remember that, you don't know the truth about it, and the truth will eventually come out, and you will find out the reason why my debut looked like that. But for now, this is an important victory for me, that I know that I belong here, and hopefully it brought a little bit of happiness to somebody in my country, but it's important to me for sure. Дякую всім присутнім. Хочу сказати слава Україні, героям слава, слава ЗСУ. Дякую всім тим, хто мене підтримував, моїй команді, ось цим пацанам. Да, ще не вистачає одного братюнчика Яріка, ну, скоро буде. Дякую легенді Шогану Руа за те, що дав мені цю можливість, якби... Він той, хто перемагав дуже багатьох чемпіонів UFC, тож я думаю, якщо мені Боженька дав цей шанс, це не все просто так, і я прийму і буду ще набагато більше тренуватись і викладатись на тренуваннях. Дякую підтримки, хто мене підтримував, Soft2Bet спонсував мій кемп, тож всім дякую. Ви круті, знаєте це. Glory to Ukraine, glory to the heroes, glory to our warriors that are fighting for our country. I want to say thank you to my team. They're all over here, except we're missing one guy who wasn't able to show, but thank you so much for preparing me. And I do want to say a couple words of thanks to Shogun Rua. He's a legend. He's won so many fights. He accepted this fight with me, and I really appreciate him fighting me. Thank you to him. Thank you to the UFC. Thank you to everybody who supported me. Thank you to... Soft2Bet, the company that sponsored my camp. Thank you to everybody who was on my side. Glory to Ukraine. Oh, and you guys are awesome.